Здорово, пацаны! Это уже третий выпуск «Поясница байк». Сегодня я буду пояснять за свой велосипед. Вот он, кстати. Погнали! Итак, начинаем, как всегда, спереда. Грипсы у меня вроде прима, я не знаю. Я купил этот руль вместе с грипсами у нашего любимого друга Андрея Шайтанова. Он уже больше не катается, конечно. У него там свои приоритеты в жизни. Короче, он смотрит, он поймет. Ой, упал. Руль офигенный, здоровый. 9,5 подъем, Division Double D. Вообще офигенный руль, мне очень нравится. Я раньше катался на подъеме 8,9, я вот так вот. У меня, короче, спина очень болела, мне вообще не нравилось. Так, вынос у меня The Set, ему уже 3 года, очень нравится. Легкий, комфортный, маркером ЛСК написано. Так, спускаемся еще ниже. Так, вилка Shadow. Инцептив вроде бы. Покупал тоже давно, пока не подводит. Хорошая вилка. Так, втулка у меня культ передняя. Тоже классная втулка, не проскакивает, все нормально. Как передняя втулка может проскакивать? Обрежу. Передняя втулка культ на промышленных подшипниках, соответственно. Хабгарды G-Sport за 300 рублей раньше стоили, крутые хабгарды. Покрышки, самое главное, чем я горжусь. Покрышки BSD Denas Quick. Самые лучшие покрышки на рынке. Свистя. Красивые, ультрамодные. Покупайте, самые лучшие покрышки на рынке. Покупайте в моем магазине. Мне нужны ЛСК шоп, да. Двигаемся дальше. Рама. Рама Хару. Рама с сброса Ностер V3. Размер 21,15. Вот для меня. У меня рост большой, мне можно. Наклейка XSF, наклейка ЛСК по стандарту. Очень классная рама. Легкая. Ну как легкая, как все рамы. Двигаемся еще дальше. Шатуны. Шатуны Stranger. Педали Animal. Шипы вообще не стираются, если кранкар мне учить. Так. Чё? Звезда Stranger тоже на 28 зубьев. Так что, если, пацаны, в горку будете подниматься, вам тяжело будет крутить педали. Так, ну, цепь культ 510, а не Half-Link, потому что Half-Link-овская у меня сломалась цепь за полгода. Вообще, Half-Link говно цепи, никогда не берите. Так, пеги у меня United, покупал за 600 рублей одну пластиковую пегу, это вообще золотое время было, они у меня до сих пор стоят, и еще одна слева пега оппозитная, культ баттер. Так, перемещаемся мы к фрикостеру. Фрикостер у меня как у Рустама Alienation, очень удобный фрикостер, смазывал я его 2 раза в жизни, нареканий никаких нет. Так, ну по хабгардам чё? Хабгарды один культ, второй прима хабгард. Ну про спицы смысла тоже нет говорить. Сапим спицы. А, про обода чуть не забыл. Задний обод это колони. Передний этот... Как он называется? G-Sport. Этот. Birdcage вроде бы, я не помню. Ну все, это был мой байкчек. Катайтесь в удовольствие, подписывайтесь на канал, ловите двоечку.